Куда девать старую одежду или постельное белье, если выбрасывать жалко, но и хранить в шкафу не хочется, знает специалист по декоративно-прикладному искусству Юлия Курбатова. На встрече по интересам в рамках проекта «Химки. Интересно жить» мастерица собрала вокруг себя любителей рукоделия и рассказала, как распустить старую одежду, порезать на ленты и связать уютный коврик для домашнего питомца. У нас остается на крючке две петли. Теперь мы крючок одеваем, продеваем опять в рабочую нить и протягиваем ее через две петли. То есть соединяем их в одну. У нас получилось такое колечко. Творческие мастер-классы – это новые знания и общение, отмечают участники встречи. Инна Собанина старается регулярно посещать встречи по оригинальным видам искусства. Очень здорово, очень интересно и познавательно. У меня воспоминания с детства. У бабушки всегда были такие коврики. И мне в детстве очень хотелось научиться их вязать. И, наверное, мечта сбылась. Разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках появились больше года назад. Проект стартовал благодаря просьбам жителей, инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников, например, в газете «Химкинские новости». Здесь можно по микрорайонам, по датам проведения мастер-классов узнать информацию, ту, которая вам интересна, и пойти на тот мастер-класс, который вам интересен. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.